Всем привет! Приехали перед сном посидеть в Starbucks. Сегодня мы сидим с Бахой. Он снимает сейчас. Я вижу Костя. Это вот Дима. Короче, парень путешествует. Короче, чего у нас только на Брайтоне нет? Гордости, девочки продают некоторые администраторы. Она не по политическим соображениям. Она просто, чтобы делать деньги. Покажи. Но никто не покупает на Брайтоне гордости. Покажи. Брайтоне все гордости ленточки не покупают, потому что все проукраински настроены. Им это нахрен надо. А те, которым надо, им расследуют. Ну, российские организации. То есть получается, что клиентуры нет. Одним не надо, потому что проукраинские. А те, которые пророссийские, им дают на шару. То есть получается, там пару энтузиастов остается, а у нас такие, которые даже и за Россию, но они